Чичарону, тот враг мне! Блять, ну и жесть, конечно. Оп! Видосик подъехал. Привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, это Far Cry 6, и мы продолжаем проходить. В прошлой серии мы помогли фермерам за то, чтобы они с нами воевали и нам помогали. Сейчас я хочу отправиться лучший враг человека. Здесь какое-то тайное оружие, которое... мешает повстанцам, то есть нам, и нам это оружие нужно устранить. Бежать я туда не хочу. Ай. Мы туда долетим. Я, наверное, даже приземляться туда не буду. Я выйду по-крутому. Как Джеймс Бонд, блядь. Ханрон, мне заскочить на ферму Альвареса? А ты видел Чичарона? Не помню. Чичарон? Ты его не забыл бы. Чичарон, это петух. Походу, мне дадут еще одного петуха. Чичарон! Чичарон! Хочешь унизить целую армию в одиночку? Вот идиот-то! Тебе всегда мало! И не стыдно! Я все делал для тебя, и что получил взамен? Габрун! Ну и катись! Мне плевать! Чичарон! Чичарон! Бля, это, конечно, угар. Это, конечно, угар. Видишь, что мне приходится терпеть? Тайное оружие. Давай. Рапидо. Чичарон побежал сражаться с псами в одиночку. Так, а куда идти-то нужно? Подожди. Тут еще одного петуха можно взять. Ля-бала, блядь. Интересно. Так, вот сюда, ага. Все, я понял. В целом мне дороги не нужны, я могу и так добираться. В смысле, а там петух пошел, и он типа со мной будет сражаться, или что? Я, блядь, просто не понял. Встреться с Чичароном. В натуре, блядь. Петух слишком умный, походу, блядь. Там так много собак. Вон Чичарон бегает, блядь. Блядь, Чичарон что, уже валится? Ола, Чичарон. Я Дани. Смотрю, ты суров и любишь кудахтать. А вот... ни хрена у него лапы, блядь. Не стоило. Псы точно разорвут его на части. Пес. Так, Чичарон не успокоит, пока все экспериментальные собаки не погибнут. Истинные
Я здесь стою, если что, никого не трогаю. Финга! Даже не понять, кто из нас с Чичероном кому помогает. Воу, ты чё? Ни хрена себе. Какие-то новые собаки, да, пошли? Рейнальдо. Грёбаные псины и Кастильо мертвы. А это и есть тайная... Нет. Он разорвал их на части. Я никогда не видел ничего подобного. Как только первая капля крови Сальдана попала на клюв Чичерона, мой петух изменился навсегда. Но теперь он, кажется, нашел спутника, который защитит его в борьбе за справедливость. Защитит? Да я его боюсь. Напиши его имя на водонапорной башне. Пусть все трепещут перед Чичароном. Лучше оставить метку Чичарона как можно выше. На ферму? Я сам тебя найду. Кровавая битва Чичарона за справедливость только началась. Ага, я понял. Мне нужно графики там нарисовать, типа, или чё? А, тут лестница. Что там, Чичарон будет написано? Да, в натуре. А он-то как забрался сюда? Не слушайте мнения, выдаваемые за истину. Слушай, Чичарон, бля, вот тебе и Чичарон. Так, это... А я могу сюда тэпаться? Ага, давай Чичарона сегодня повыполняем, окей. Гуапо. Я думал, куда-то тэпаться надо, он здесь. Чичарон! Чичарон! Грасиас, Дани. Ничто не помешает Чичарону добраться до жертвы. Ни живые, ни мертвые, ни бумажки. Ладно, Чичарон, я за тобой. Просто бежать пора. Осторожно следовать за разгневанным петухом. Ну окей, бля. Грузовик, черт. Давай, куда идти? Карако! Опять этот злобный петух! Чем ты кормишь? Значит, Чичарона бесят псы, сальдадос и бананы. Вы разрушаете наш рай. Нет, Карако! Горшки! Зачем ты это сделал? На что мне теперь жить? Бешеный петух. Стой, Чичарон, подожди! Конью. Что он хочет? Что ты хочешь?
Подумал. Вот сюда нам. Хе, петух быстрее интересно, меня бегает. Есть ли здесь записи о военных преступлениях Кастильо? Как прошел мой день? Ну, я сражался вместе с кровожадным петухом, и он взорвал грузовик. А как твои дела? Кто враг Чичарону, тот враг мне! Блять, ну и жесть, конечно. Нет, ты разноси, мы с Гуапа так посмотрим. Да ты охренел. Просыпаю! Захавал. Я прикрою Чичарон. Захавал все-таки, да? Откуда? Да, блядь, где ты был? Снайперскую винтовку какую-то выбил. Кто бы мог подумать, что Чичарон так заботится о природе? Гуапа, ты там встанешь, я ж надеюсь. А сколько вас тут? Это скоро патроны закончатся.
Блять, я сейчас умнусь, блять. Опа, давай, вставай, блядь. Нет патронов. Блять, а чё пистолет у меня? Лапа, сюда. Бля, мне надо патроны. Где-то тут есть патроны, блять. Все бумаги уничтожены. Чичарон в порядке. Ну что, солдадес? Все мертвы. Если честно, это была какая-то бойня. Да, Чичарон любит хорошую бойню. Не забудь написать где-нибудь имя Чичарона, чтобы увековечить его победу над солдадес. Чем выше, тем лучше. Я скоро буду. Реально? Мне опять что-то нужно нарисовать? Это реально какая-то анархия, блин. А все? Помоги Чичарону уничтожить статую военных. Ну давай. Это тоже вроде как интересно. Все поймут. Все склонятся перед Чичароном. Ладно, Чичарон. Только мы с тобой. Ха, погнали. Так. Какая цель у нас в этот раз? Кокосы? Ягуары? Может, самолет? Нет, нет, нет! Опять! Почему ты ненавидишь мои горшки? Я ведь просто сделал скидку солдадос! Эй, ты за солдадос, что ли? Да, нехрен быть заодно солдадос. А что за статуя? Я вроде пока никакую статую не вижу. Что-то нос чешется, бухать, наверное, буду. О, слушай, там что-то оранжевое. Подождите, ребята. Сейчас я тут по-быстренькому припасы соберу. Нельзя же им просто так тут пропадать. Отлично. Охранять Чичарона. Thank you.
враг Чичарону, тот враг мне! Суэсто. Что Чичарон хочет, то он получит. Это точно. Так, и вы меня спросите, что за фигня? Я вам скажу, у меня опять камера зависла, я тут перезагрузился, захожу, а он уже все нарисовал, в принципе, и я, блядь, уже не знаю, что делать с камерой, но нужно что-то думать. Но мне кажется, надо дрова переустановить, мне что-то так лень, потому что камера-то, в принципе, хорошая. Опа, случайно, VPN-ка открылась. Так, что у нас? Все, Чичарон, типа, мой компаньон... Мой компаньон. Коллекция какая-то. Ага. Это я понял. Амиго. Да, Чичарон открылся. Но я... Подожди. А почему я не могу? Ладно, разберемся. Так, тут мы СВГшку открыли. СВДшку. Слушай, а у нее урона больше? Так, мне, короче, нужно будет это, забежать в какой-нибудь объект военных, мастерскую, и обязательно сделать, ну, вы поняли, снайперскую винтовку. Так, что у нас? Елена. Все-таки нужно уже поговорить с Еленой. Здесь вроде... Пусть мои дети... Нет, это дети, это... Я хер знает, где их искать вообще, этих детей. А с Еленой где я должен поговорить? Ага, здесь. Окей, давай, мы сюда можем тэп? Не можем, почему? Вы не можете использовать быстро, чтобы попасть в область активного задания. Да ну нахрен. И чё вы мне предлагаете? Что вы мне предлагаете? Окей, если... Мне интересно... Ладно. Попробуем. Попробуем, короче, по максимуму долететь на вертолете, а там как получится. Ну, нет-нет, да-да, будет видно. Давай-ка я хочу наверх. Просто 3000 это... Бежать, но это там, конечно, поменьше, возможно, было. Но это все равно нахрен до хрена. Оля. Здорово. И прикольно, что здесь по очереди мы с миссией. Пока Эль Тигра ничего не хочет от меня.
Но мы их объединим стопудово и все вместе пойдем, блять, убивать. Ну вы поняли. Так, ну что, пробуем. Пробуем лететь, пока нас кто-то не собьет. Просто вот было бы видно, откуда они стреляли, и я бы хотя бы сразу туда бы летел и с вертолета и уничтожал бы их. А так даже же непонятно. Так же ЖЖ непонятно, блин. Ну слушай, 1000 пролетели, и еще никто не начал стрелять. Какие-то города тут все открываю. Половина пути пройдена. Слушай, ну это идеальный полет. Ну, я не помню, а где мы брали-то, что в вышке-то мы их обнаружили? А, нет, там, по-моему, была какая-то определенная миссия. Да, мы что-то там какие-то данные собирали, чтобы... И опять лечу, и опять ночь, а там нельзя ночью. Неопознанное судно в бесполетной зоне, говорит авиадиспетчер. Приземлитесь, или мы откроем огонь. Да, шикарно. В городе действует комендантский час. В ваших интересах соблюдать правила, установленные правительством ради вашей безопасности. Так, дай вспомнить, да, все четко. Эй, Дани, слышал, ты утер нос Бенит? Осточертело это все. Я слышал, наших ребят выручил кто-то. Влады! Давай, рассказывай. Что у вас тут? Типа собрание. Кое-кто захотел выйти из игры. Так, слушайте. Что за... За это не стоит убивать. И умирать не стоит. Мы молоды. И должны пить, трахаться и школу прогуливать. Родители уже украли. У нас наше будущее. С чего нам париться? Раньше я думала так. Но однажды адмирал Бенитес вошла к нам в аудиторию с пушкой. Она называла, они выходили. Друг за другом. Альварес. Бермудес. Карильо. Среди их преступлений были протесты, раздача листовок, лайки постам Клары. Фернандес, Хименес, Пенья. Я усвоила в школе один урок. Ты действуешь, и тогда творишь историю. Или ты ждешь и уходишь в нее. Мудро сказано, подруга. Ламораль нужны еще люди? Смотря кто. Что, у вас возрастной ценз? Уж я не пожалею крови. Если возьмете. Добро пожаловать, Вьеха. Как избавимся от адмирала? Отжимание! Это первый шаг к победе! Отель Гранд, Дани. Это ключ. Есть у меня на примете один конвой. Нет. Нам нужен Карлито. Я только что понял. Дед мудной. Отжимание — это первый шаг к победе, блядь.
Сразу все три задания? Бля, можно тут рядом со мной не ходить в таком виде, блядь? Резком, блядь. Так, давай, все задания сразу возьмем. Что? Спасите пропавшего участника революции 67-го. Окей. Нападите на особый конвой. Не знаю, как ты, а я обожаю. Остановите допрос. Бенитос не должна узнать, где мы, Дани. И забыли поры вечно закупорены. О-ла-ла, пуля. Бля, шо у тебя? Доберись до раньше, чтобы помочь Росарио. Информатору. Холостяк. Рюкзак у тебя просто фабулоса. Так, давай, короче, это... Эль Тигра теперь за нас. Такая польза вам, морали. Крутая была вещь, правда? Опа, смотри-ка ты чё. А давай. Это... Бля, я сейчас... Как, блин, отсюда мне незаметно выбраться, интересно. Могу ли я это сделать? Еще одно. Может, граффити как след приведут меня к художнику? К какому, блядь? А, вот это? А что, есть какая-то миссия? О. Вот тебе письмо от Лоренцо Консека. Я знала, что когда-нибудь он выйдет на связь. Что, уже умирает? Нет, ну, мне так показалось. С другой стороны... Все мы в каком-то смысле умираем, так ведь? Ага. Читай на здоровье. Все, я понял. Тут есть какая-нибудь лодка? Не, ну не может... О, я вижу, да. Да, да, да. Мне хоть что. Хер знает. Давай вот это, мне кажется, это вызвать. Будет пошустрее. Не, ну нам обязательно нужно уничтожить эту штуку, чтоб она не надоедала. Причем у них радиус-то вообще огромный. Эй, Дани! Собрал фермеров, чтобы напасть на конвой? Не забудь сказать «наклбол». Еще нет. Думаешь, я не справлюсь сам? Нужно, чтобы люди ощущали себя частью общего дела. У них есть гранатометы и другие четкие штуки. И помни... Один в поле не воин. Так мы же в горы идем. Ясно. Ну тогда всем в Элисты можно тупать на пляж, а ты пока порешаешь Кастильо. Да это шутка. Я постараюсь собрать твоих фанатов. Грасиас. Короче, мне там какие-то фанаты, там все это, пока мы сейчас будем собирать. Подожди, а что, не карт? Ничего такого нету, что ли? Раньше тут всегда были карты. А этот где? Который этот... Уран, блядь. Во, вспомнил. Где он? Он где-то должен быть, стопудово. На карте он, может быть, обозначен? Да.
Ага, бля, вон куда запрятались, суки. Думали, я не найду? Все, можно здесь теперь точно летать. Так. Бля, это что-то вообще прямо как-то далековато. Проверим теперь в этой стороне эти. Пока будем так передвигаться на вертолете, мне вообще вкатывает. Это быстрее. Хотя если бегать и захватывать эти, тоже как вариант потом быстро перемещаться. Привет. Здорово. Это я сказал здорово? Затаись где-нибудь еще. Блин, я опять это... Пушку не поменял. Ну ладно. Блин, вот еще у него в голове пустота, блин. Сейчас проверим в эту сторону, можно ли летать. Как я понял, если... Они по нам начинают стрелять, мы их начинаем видеть. Здесь можно было сесть сюда. В горах? Или вот здесь? Впереди бой. Может помочь? Какой бой? О, несет лошадьми и фашистами. Алло? Дани. Да, Серхио. Не называй меня по имени, Пинга. Я взял заложника и засел на конюшне. Но мне не высунуться. На ранчо толпа солдатус. Помоги нам выбраться отсюда. Держитесь, я скоро. Хитрец. Надо аккуратно. А я сама аккуратность. В сердце Яры вонзен острый нож. Я говорю не об алчности и не о подлом чужака. И даже не о либертата. Яра и всех нас убивает наша терпимость. Мы терпим тех, кто отличается. Терпим их заблуждения, их гнусные извращения и отказ признавать власть закона. Терпимость — лишь оправдание слабости. И я говорю, довольно терпеть. Возьмемся за клинок слабости обеими руками и вырвем его из своего тела. Лишь тогда ярость сможет исцелиться. Адьос, подкрепление. Я слышу камеру. Когда вы видите, что там ярко, подойдите к ним. Найдите эту защиту. Готовность каждого.
хрена их там. Что это было? Они идут по стопам тех, кто хотел привлечь к себе внимание любой ценой, воюя за лайки. Эй, Серхио, это Дани. Дети, выходи. Это мой отец думает о последствиях. Он учит меня быть львом. Вы тоже можете быть львами, как я и мой папа. Алла Мураль, овцы, они приведут вас на бой. Что дерево свободы нужно. А куда его сопроводить? Поливать кровью патриотов. Но я не хочу проливать кровь истинных иранцев. Пусть лучше это будет кровь террористов. Живо! Надо быстро отваливать к реке! А кто твой друг? Это капитан Диас. Он будет делать все, что я скажу. И когда я скажу. А если слишком резко дернется или позовет на помощь, я снесу ему башку. И что в нем такого особенного? Совершенно ничего. Но его дружки взяли в плен кое-кого из наших. Хотим устроить обмен. И для этого нам нужен как минимум. А куда к реке-то мы, блин, к горе идем? Я как бы с тыла, но я здесь вроде никого не вижу. Слишком далеко. Наверх еще. А, блядь. Вы... Чисто. Вперед. Давайте, вперед, блядь. Хрена не сели, блядь. Вы че, охренели? Вы должны, блядь, помогать мне. Мне че, блядь, все это одному надо? А где будет проходить обмен? Наш общий друг тебе все расскажет. Так, а куда мы его ведем? Не хочет со мной разговаривать. Прячемся. Адьос. Высунь свою башку. Все чисто. Наш общий друг очень тебя хвалит. Называет хамелеоном. А, наверное, не слышит. Я тут иду сам с собой разговариваю. Я бы под прикрытием не смог. Херово из меня от тебя. Притворяться одним из этих сингаус легко. Трудно не поубивать их в процессе. Да хорош прятаться, блин. Или куда вы? А мы туда. Слушай, а зачем мы залезли в воду? Нас теперь отлично слышно. Река собьет их со след. Прячемся. Дед, сиди смирно и не делай глупостей. Перро. Да все, можете идти. Прикольное, конечно, задание. Я тебе...
Моя твоя не понимать. Еще кто-то есть. Почему ты? В смысле? Так что в тебе особенного? Это тебе знать ни к чему. Разумно. Кстати, спасибо. Завали пасть, Диас. А, он мне все-таки что-то и отвечает. Так, это наше. Чего? Наконец-то. Пинга, будь серьезней. Гил уже нервничает. А, он всегда спокоен. Что теперь? Береги себя, Михо. Мы спрячем капитана в запасном убежище. Спасибо за помощь, Дани. О, ну пожалуйста. Ну, я тоже с лошадкой стою. Так, что у нас еще есть там? А, слушай, есть продолжение? Охренеть. Блин, я почему опять-то сюда не могу высадиться? Короче, блин, мне неохота опять тупо лететь. Лететь туда, это, блин, пока долетишь, пока туда-сюда. У меня есть план поинтересней. У меня есть план поинтересней. Эй, инструментом пользоваться умеешь? Пуля. Молодец. Мои аплодисменты. Ты слышал? Угу. Звонил Серхио и сказал, что ты бесстрашный и безжалостный боец. И еще одно слово на букву Б. Ну, это потому, что я сказала ему залечь на... Зато капитан у нас в целом. Так, хочу, короче, вот это. Полететь и снести нахрен. Что ты собираешься с ним делать? Серхио говорил о каком-то обмене. По телефону не то, испорчу сюрприз. Давай встретимся. Расскажу тебе о своих планах, тет-а-тет. Если я прямо повыше заберусь, успею я долететь до туда? Вообще, в теории, наверное, должен буду долететь. А максимально высота? Нет, еще выше забираюсь. А, понял. Понял. Все. Очень выше нельзя, оказывается. Ой, я еще и КПП обнаружил. Короче, вы находитесь 650. В запретной зоне. Немедленно приземлитесь. Короче, 650 метров. Та-дам! Здорово, ребята. А чё не охраняем?
Привет, Ханрон. Что там за старый форт на острове? Это форт Фонтана. Назван в честь архитектора, который построил его в 17 веке для защиты бухты от пиратов. Впрочем, пираты все равно замучили чело до смерти. Кларо. Сейчас это остров Бенитос. Оттуда она рулит флотом. Так давай нападем. Ха-ха! Вот это настрой! Но я не буду ничего делать, пока Елена не даст зеленый свет. Так, ну я хочу в любом случае туда попасть. Только мне нужно понять, как это сделать. Ага, тут я забраться не могу. Так, по этой штуке я могу лазить? Нет, по этой штуке я лазить не могу. Ну слушай, где-то же должен быть вход. Да. И он точно не здесь. Опа. Ну вот и здрасте, ой, акулы здесь плавают. Подожди. А я его... А я же захватывал, да, этот форт? Я, по-моему, здесь был. Или меня глючит. А где все, блин? Револьверчик попался. Может, они там внутри? Давай. Кого, кто еще будет проверять? Я не понял, где проверяющие? Где он разговаривает? Не, мы еще и форт сейчас захватим. Кто и где, блять, это говорит? Подожди. Ага.
Я как бы понимаю... Не, слушай, этот форт я не могу, потому что вот такие штуки, это объекты. Видимо, форт я все равно заходить не могу. По всей видимости. Ну, блядь, где-то эти люди ходят. Вообще какой-то малоохраняемый форт у них. Да, ворота я не могу пройти. Короче, ну и, блин, ну и пошли вы нахрен, блядь. Не хотите, чтобы я вас убивал, блядь? Не надо. Так, ладно, ребята, в принципе... Эту я уничтожил. Но если нужно будет сюда еще вернуться, ладно, уже вернемся и еще раз захватим. На этом благодарю всех за просмотр. С вами был Bad Boy Games. Я же Виктор, и увидимся на следующих видео. Пока-пока.